Газа сказал о том, что а что на Украине вообще контролировать и мониторить? У нас только земля и трубы, и больше здесь мерить нечего. То, что сейчас происходит на входе в ГТС Украины, подтверждает, что заявление украинской стороны о том, что они не могли ничего перекрыть, у них нет такой технологической возможности, не выдерживают никакой критики. В данный момент именно это и происходит. Мы со своей стороны открыли все краны, с украинской стороны этого не сделано. Часто звучат заявления о том, что для того, чтобы газ попал нашим европейским потребителям, нужно, чтобы прошло там, до 36 часов, чтобы этот газ, как они выражаются, дошел. Это может означать только одно. Наш российский газ, который находится в транзитных газопроводах на Украине, разворован. Этого объема нет. И об этом также наши украинские коллеги прямо говорят. Сегодня мы получили сообщение от украинской компании о том, что для того, чтобы они обеспечили транзит, мы должны им подать как минимум 140 миллионов кубометров, прямо так и написано, для восполнения транзитных объемов в газопроводах. То есть прямо признают, что этого газа у них нет, и только поэтому они не могут обеспечить поставку газа нашим европейским потребителям. На самом деле, если система под давлением, если газ в ней есть, как только мы начинаем поставку на восточной границе, эти же объемы наши потребители сразу же должны увидеть на западной. Да, вот хочу добавить к тому, что сказал Сергей Владимирович. Мы получили письмо от директора Объединенного диспетчерского управления господина Дацука, не хоккеиста Дацука, а директора Дацука, где черным по белому написано, я вот цитирую, здесь по-русски написано, поэтому легко понять. ГТС Украины работает в автономном режиме для обеспечения потребителей Украины природным газом. Все газовые потоки изменены с 1 января 2009 года. То есть это, значит, действовали по плану, никак не связано, значит, с ситуацией с поставками в первые дни. То есть как только Новый год наступил, вся система была переориентирована на внутреннее потребление. Намерения осуществлять транзит уже не было тогда, 1 января. Это человек, который сидит на трубе, что называется. Для перестройки работы, подчеркиваю, перестройки работы ГТС Украины в транзитном направлении, то есть во всем транзитном направлении, необходимо согласовать технические условия приема передачи газа и получить гарантию на продолжительное время работы ГТС для выполнения транзита российского газа. Какие гарантии здесь упоминаются? У нас действующий контракт на транзит, у нас долгосрочные контракты на поставки газа по всем транзитным направлениям. Но это еще не все. Помимо того запроса, который сказал Сергей Владимирович, в другом письме требуется подать для внутреннего потребления Украины 76,6 миллиона через пункты, которые никакого отношения не имеют к экспортным поставкам. 76 миллионов в сутки. Без договора, без контракта. Просто как требование, как предварительное условие начала транзита. Вот мы теперь и видим, что 140 сюда, 76 туда и еще какие-то гарантии, что полностью противоречит подписанным документам. Документами подписанными предполагается немедленное открытие экспортного газопровода, и мы подготовили комплексный план восстановления транзита на Украину, через Украину в Европу. К сожалению, даже на первом этапе осуществления этого плана мы столкнулись вот с таким блокированием, другого слова я не подберу, блокированием пути российского газа в Европу. Ну, наверное, может возникнуть вопрос, а зачем это нашим украинским коллегам надо? Наверное, потому что в ситуации, когда на входе ноль и на выходе ноль, можно попытаться в этой ситуации обвинить Россию и «Газпром». А если на входе будет 360, а на выходе 50, вот здесь уже оправдываться будет сложнее. По-видимому, этим все и объясняется.
Ну вот мы свое предисловие закончили, готовы ответить на ваши вопросы, пожалуйста. Руководите, Сергей Иванович, да? Пожалуйста, давайте в центре. Если позволите, я буду сидеть, чтобы не мешать коллегам. Да, конечно. Информационное агентство «Укранформ», Игорь Соловей. Сегодня господин Дубина объяснял причину, почему Украина не транспортирует газ в Европу, потому что они предлагали российской стороне транспортировать газ по не через Суджу, а по, если не ошибаюсь, ГИС Валуйки и Писарюка. Да, и Писарюка. Почему именно Суджа была выбрана и почему не было воспринято предложение украинской стороны через вот эти два ГИСа? Я же вам сказал, Валуйки и Писарева не являются пунктами для подачи газа на экспорт. Это пункты для внутреннего потребления Украины. У нас нет договора на поставку газа в Украину. То есть вот эти два ГИСа — это для внутреннего пользования Украины, да? Да, да. Спасибо. Пожалуйста. Вы, да-да. Сусана Нинивара, финская газета «Хельсингин». Погромче, не слышно. Сусана Нинивара, финская газета «Хельсингин». Скажите, пожалуйста, сколько денег «Газпром» уже потерял из-за ситуации, и как это повлияет на будущее «Газпрома», например, на строительство газопровода «Нордстрима»? Спасибо. Ну, естественно, мы несем убытки, не получаем выручку, которая должна была к нам поступить при поставках на экспорт. Пока мы это еще физически не чувствуем, потому что расчеты по поставкам газа происходят обычно в следующем месяце после поставки, но в наших планах уже прогнозируется и уже будет недополучение экспортной выручки из-за действий Украины. Естественно, мы надеемся на то, что конфликт будет в кратчайшие сроки разрешен, и тогда мы сможем начать поставки газа, может быть, в увеличенных объемах, чтобы компенсировать те недопоставки, которые были есть. Тем более, что сейчас газ из подземных хранилищ изымается повышенными темпами, и вот, по крайней мере, летом мы сможем газа закачать больше, чем закачивалось бы при нормальных условиях. Вот. А что касается наших проектов, вот хочу публично сказать, наши проекты все основные и в добыче, и в транспорте, и в распределении будут реализовываться, несмотря ни на какие происки. Более того, наверное, сложившаяся сейчас ситуация, актуальность таких проектов, как «Северный поток» и «Южный поток», лишний раз подчеркивает. Пожалуйста, вот с той стороны. Спасибо. Глубкова Екатерина, агентство «Рейтер». Александр Иванович, подскажите, пришлось ли уже объявить форс-мажор по экспортным контрактам каким-либо? Спасибо. Да, мы сегодня направили всем нашим партнерам уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в силу действий государственных организаций транзитной страны. Пожалуйста. Анна Ширяйская, агентство «Пласт». Александр Иванович, скажите, пожалуйста, на завтра определены уже объемы поставки газа и по какому маршруту для потребителей Европы? И будет ли «Газпром» приостанавливать снова экспорт, если Украина так и не откроет свою газотранспортную систему? Спасибо. Но пока мы не то что останавливать, мы начать-то не можем. Объемы на следующие сутки у нас заявлены 76,6 на Орловку и Молдавию, и 22,2 на...